Безопасные прогулки. О, я уже потом. Гаджеты. Оставили еще ссылки на телеграм-канал, типа Today, все прочее. Телеграм-канал есть? Да. Офигеть. Вот сказали, там все будет. Ждите. Да? Что будет? Телеграм-канал есть, короче. Ссылку оставили на него. Только что-то машины. Да, это можно найти. Ну да, ГИБДД там. Но у нас тоже все дела. А, вот таких. Или городня. Не, приехал по городской. Канал, блин, 50 тысяч у них подписчиков. Это город. Что? А? Почти город. Поехать в центр. Куда? В центр куда? А мы за овощами приехали. За овощами? Да. По снегу. Да. Ты же ты не нашел. Нет. В боях-то твоих не продаются. Нет. Пип-пип. Я лучше возле дома куплю. У меня жена любитель. А поехали? На птичий рынок, зачем картошки надо? Ну, блядь, он чурка вот возле этого, киоск, возле верного. Сиди, купи, отличная картошка и дешево. Нет, там лучшая, там домашняя. А здесь, там тоже. Ты так же, да, думаешь? Ну, что? Нормально подходит? 30? Чё, тогда... Догонимся, наверное. Куда? Если что, догоню или там. А ты пойдешь куда? В Мегу? Пашан? Пашан? Ты, блядь, скучно, а? Да. Так, как поехать-то так, чтобы... Все бы вот туда вот, в подземелье проехать, и по той стороне, и туда. Через воду. Можно здесь по обочине проехать, это пешеходного перехода. И туда двигаться. Как поедем-то? Все, пошел. Блин, я вот забыл эту штуку. Опять забыл эту штуку. Там метров 300 ехать по сливке, по обочине. Там нету тротуара. Не, ну тут есть вдоль этого. А, что салоны? Все, хорошо. Ну все хорошо, он есть. Пока. Может быть, еще сегодня увидимся. А мы куда? Ты куда хочешь за овощами? Ну, Пашан. Пашан, а куда ты уехал? А, ты змейку делал? Да. А я не снял.